В Государственной Думе состоялись парламентские слушания на тему благоустройства общественных пространств в административных центрах субъектов Российской Федерации. От нашего региона в мероприятии приняли участие глава города Иваново Владимир Шарыпов и председатель облдумы Виктор Смирнов. Стало известно, что впервые за последние годы федеральный центр направит в субъекты порядка 20 миллиардов рублей, и все на благоустройство. Более 300 миллионов рублей в 2017 году получит Ивановская область. Часть суммы будет предназначена для стимулирования программ жилищного строительства на внутриквартальные дороги и объекты соцсферы. 224 миллиона направят по программе благоустройства и развития городской среды. Причем львиная доля суммы 70% достанется дворовым территориям. Оставшиеся 30% направят на приведение в порядок знакового для муниципалитета объекта. Какого именно еще не решено. Кроме того, есть вероятность попадания Иванова в программу по развитию парков. Это будет не раньше марта месяца поступление денежных средств. И, конечно, к марту мы должны быть уже готовы с реальными проектами и с пониманием, как мы деньги эти будем осваивать. Для того, чтобы не допустить повторения ситуации текущего года. Значит, когда, например, ремонт придомовых территорий и ремонт межквартальных дорог проходил уже в конце лета. То есть нам надо сейчас именно весной начать решать проблему, чтобы люди могли отремонтированным общегородским имуществом пользоваться как раз в летнее время.